Приветствуем вас, дорогие слушатели! Сегодня мы будем говорить о роли текста в учебном процессе. В лекции мы коснемся вопросов текстовой деятельности, дадим определение учебному тексту, обозначим его функции и методы использования. Хотим заметить, что понимание текста делится на этапы, и каждый из них играет свою роль в картине восприятия информации. Мы обратим внимание на важность создания текста со стороны ученика как способа его творческого переосмысления действительности, а также раскроем вам методику построения урока с использованием текстовых материалов, подходящих под определенный уровень учащихся. Представляем вашему рассмотрению следующие вопросы. История и проблематика текстовой деятельности. Что такое учебный текст? Функции учебного текста. Два подхода познавательного процесса – учебник и учитель. Роль педагогического целеполагания в текстовой деятельности. Учебный текст – как результат деятельности ученика. Ступени понимания текста учащимся. Базовые таксоны учебных текстов. Работа с текстом, задание к тексту. Использование текстов на уроке. С чего начать, как выбрать подходящий текст. Роль текста в преподавании русского языка как иностранного. История и проблематика текстовой деятельности. По мнению Лотмана, создание и развитие культуры происходит через тексты. Они представляют собой не только речь письменную, но и любую связную, целостную и законченную последовательность смысловых единиц. Такие единицы в своей совокупности образуют сообщение, которое будет адресовано другому, другим или же самому себе в понятии другого. Там каждая возникающая коммуникация в культурном пространстве может быть осмыслена как текстовой процесс. В его основе заключены аспекты интерпретации и создания текста. Проблематика текста была рассмотрена многими учеными в сфере герменевтики. Это такие их представители, как Шлейермахер, Дельтей, Гадамер, Бахтин и другие. В сфере лингвистики Гартман, Калшанский, Щедровицкий, Лотман, а также психологии Леонтьев, Рубинштейн, Выгодский, Давыдов. Однако, несмотря на обширное исследование текста как понятия и деятельности, он рассмотрен весьма односторонне. Так, термин «учебный текст» применяется довольно широко в методической и научно-педагогической литературе, но ни один из справочников не приводит его дефиниции, то есть определения. Так, мы можем наблюдать явление, в котором терминология активно применяется, но ее смысловой контур до сих пор размыт. Что такое учебный текст? Учебный текст определяют как источник информации, который был создан с учебно-воспитательными целями и который определяет характер и содержание познавательной активности учеников. Такой род текстов содержит учебники, учебные пособия, инструкции и так далее. А вот, например, государственный образовательный стандарт, учебный план, закон об образовании, имея очевидное учебное целеполагание, не будут однозначно являться учебными текстами. Почему? Все дело в том, что адресное учебно-воспитательное целеполагание, содержащееся в данных текстовых фигурах, не есть единственная и достаточная гарантия того, что они смогут выполнить роль учебного текста. Таким образом, мы можем сделать вывод,
что под учебным текстом следует понимать текст, преследующий учебно-воспитательные и развивающие цели. Для развития интеллектуальных и духовных потенциалов личности субъектом учебного процесса необходимо проектировать, создавать, трансформировать, анализировать, осмысливать текстовую деятельность. Функции учебного текста. Выделим основные функции, которыми обладает учебный текст. Передает учебную информацию, учитывая социально-демографические и индивидуально-психологические характеристики обучающихся. Оказывает развитие и упражнения творческих и познавательных умений, навыков и способностей учеников. Организует познавательную деятельность для изучающих тот или иной предмет. Позволяет ученикам развиваться социокультурно. Формирует аналитический и рефлексивно-аналитический опыт у читающих. Мотивирует к учебной деятельности. Осуществляет контроль и самоконтроль результатов образовательной деятельности и качества образовательного процесса. Важно понимать, что текстовая деятельность – это не только процесс восприятия и фиксирования в памяти информации, но и порождение новых текстов. Порождая тексты, личность одновременно саморазвивается. Два подхода познавательного процесса – учебник и учитель. Создание текстов для учебников и учебных пособий базируется на принципе раскрытия сущности того или иного феномена, закономерности процессов. Материал в таких книгах строго дозирован, последователен, распределен, выстроен логично и при необходимости снабжен графиками, иллюстрациями, схемами. Подобные материалы проходят длительную серьезную экспертизу, подвергаются анализу лучших специалистов в определенной области знания. Но стоит отметить, что, несмотря на педагогическую ориентированность печатных учебников, самоучителей и прочих подобных материалов, непосредственный живой процесс общения учителя с учеником оказывается куда эффективнее. Дело в том, что педагог способен отчеловечить информацию, приводя примеры собственных личностных смыслов. Они станут стимулом к развитию смысловой системы учеников в дальнейшем. Мы не отрицаем тот факт, что довольно многому можно научиться при самостоятельном подходе, распоряжаясь самоучителем или учебником. Однако это имеет смысл лишь в том случае, если обучающийся обладает уже сформированными механизмами смыслопорождения. В противном случае материал будет бездумно зазубрен или проглочен без возможности его дальнейшего практического применения. Роль педагогического целеполагания в текстовой деятельности. Продолжая разговор о тексте в учебном процессе, стоит отметить, что изначально текст представляет собой внешне бессвязную последовательность информационных единиц, то есть слов, цифр, знаков. Превратить ее в учебный текст способно педагогическое целеполагание, а именно задание, сформулированное для обучающихся. Так, например, уроки иностранного или родного языка сопровождаются грамматическими или синтаксическими упражнениями на фрагментах литературных произведений. Фрагменты были выбраны составителями. Набор таких произвольно выбранных фрагментов вряд ли можно назвать текстом с точки зрения лингвистики. Однако это учебный текст, потому что структурные его элементы наделены общими учебными целями, которые были сформулированы педагогом в задании. То есть мы видим, что создается, полагается,
цель обучения при помощи того или иного текста. Учебный текст как результат деятельности ученика. Интересно заметить, что в учебном процессе участвуют различные его субъекты, стороны. При деятельности только обучающей стороны, то есть педагога, возникает дисбаланс понимания педагогической сути учебного текста. Ведь известно, что учебная деятельность строится также на порождении текстов от лиц обучающихся или при их взаимодействии с преподавателем. Как мы уже отмечали ранее, текстопорождающая деятельность способствует расширению интеллектуальных и духовных горизонтов личности. И более того, учебные тексты, созданные обучающимся, способны быть индикаторами уровня знаний и эффективности процесса обучения. Художественный текст как средство обучения. Современная образовательная практика широко применяет художественные тексты и тексты медиа для развития творческих способностей и умений учеников, на их социализацию, становление их отношений с окружающим миром в гармонии. Тексты художественной литературы не подчинены принципу объяснения. Они рассчитаны на встречную смыслотворческую активность адресатов. Восприятию текстов художественного стиля характерно истолкование, интерпретация со стороны обучающихся. Ученики не только способны понять текст, они также стремятся заново воссоздать культурные контексты в горизонте собственной личности. Бахтин, Выгодский. Ступени понимания текста учащимся. Понимание, согласно философской герменевтике, это форма освоения действительности путем сознания. Она направлена на то, чтобы раскрыть и воспроизвести смысловое содержание текста. Так, благодаря пониманию, система представления личности о реальности обогащается новой информацией. Интересная особенность. Процесс понимания протекает на двух уровнях. Один из них – это осмысление учеником текста через обусловленность социальными и культурно-историческими контекстами. Другой – это внутренняя взаимосвязь самопонимания, то есть сопоставление смысловых контекстов того, что познается с тем, кто познает. Существуют также этапы понимания, такие как предварительное понимание, целый образ схвачен сознанием ученика, аналитическое понимание, смысл целого образа подтверждается или опровергается смыслом составных частей, понимание целостного образа, результаты аналитической активности собираются в новом целостном образе. Третий этап характеризуется раскрытием всего жизненного опыта обучающегося. Он сравнивает, сопоставляет, категоризирует и так далее. Большая роль принадлежит процессу абстрагирования, отвлечения ученика от несущественных, случайных признаков изучаемого и обобщения, отыскания общих признаков и свойств. Базовые таксоны учебных текстов. А сейчас давайте классифицируем тексты и рассмотрим их основные виды. Первый вид – это тексты, которые создаются стороной, организующей образовательный процесс. Такие материалы преследуют диагностические и дидактические цели. К первому виду текстов относятся учебники, методические руководства, курсы лекций, самоучители, комментарии, инструкции и лабораторные работы. Их особенности – дидактичность, четкий адресат структуры и содержания. Учебники подчинены принципу объяснения,
Они должны раскрывать сущность и закономерность процессов, которые изучаются. Подобные тексты несут четкий смысл, который не нуждается в интерпретации. Здесь же в первую группу включены те тексты, которые конструируются из других текстов, имеющих направленность, далекую от учебной. Примером может служить текст, произведенный из разрозненных текстовых частей. Также текстами, относящимися к первой группе, могут быть дидактические тесты, вопросы, задания. Все они преследуют диагностические цели. Вторая группа текстов – это тексты, создающиеся обучающимися. Они могут возникать и в ходе групповых, личностно-групповых и межличностных взаимодействий. Манипулируя с текстами, ученики получают или закрепляют новые знания, навыки, умения. Появляется способность формировать свою смысловую систему. К этой группе относятся, например, компилятивные тексты. Они подразумевают создание нового текста, который базируется на отборе фрагментов из текстов других авторов под заданную тему. Так появляется возможность сопоставления или сталкивания различных точек зрения. Примеры таких текстов – это рефераты, конспекты. Другой вид текста, относящийся ко второй группе, это так называемый упражняющий учебный текст. Он обеспечивает тренинг навыков и умений, помогает закрепить материал, связать теоретические сведения с аналитическим опытом. Это такие учебные тексты, как решение задач или выполнение упражнений. Следующей подгруппой второй категории текста являются творческие учебные тексты. Они актуализируют и развивают креативный потенциал личности. Такие тексты представлены в форме произведений, сочинения, проекта научных исследований, эссе и прочие. Далее рассмотрим контекстные учебные тексты. В них преследуется цель развить умения интерпретации текстов других авторов. Работа по составлению подобных материалов развивает социокультурный опыт обучающихся. Это может быть сопоставительный анализ, планы текстов, тезисов и так далее. Чтобы осуществлять внешний контроль и самоконтроль, необходимо использование диагностических учебных текстов. Задача ученика – создать разнообразные тексты, которые покажут уровень успешности его обучения. Подобные тексты вскрывают важные детали предварительно изученного материала. К третьей группе относятся тексты, созданные обучаемыми в обучающемся вместе. В ходе их совместной деятельности важно, чтобы влияние со стороны учителя было дозировано и не подавило активность учеников. Педагог в этом процессе руководит логикой осмысления и подачи материала, обеспечивает видение общей перспективы работы. Необходимо, чтобы текст стал достоянием не только учителя, но и ученика, сделав его творчески заряженным субъектом образовательной деятельности. Работа с текстом. Выяснив, какие виды учебных текстов бывают и какие функции к ним относятся, поговорим непосредственно о работе с текстовым материалом. Такая работа делится на несколько этапов. Первый этап – это ввод. Если это устный текст, то он вводится в устной форме, и студент приучается слышать его. Письменный текст предъявляется через чтение. Сперва ученики слушают или читают текст полностью, а педагог определяет, что поняли учащиеся. Далее следует прослушивание или чтение текстовых абзацев.
Учитель снова определяет степень усвоения материала. В конце идет пофразное слушание, чтение текста, сопровождаемое переводом, комментариями, толкованием. На втором этапе студенты обрабатывают текст и автоматизируют речевые обороты. Так происходит автоматизация речевых навыков. Она достижима в процессе понимания, анализа речевых форм и в дальнейшем через тренаж слов, форм и речевых образов. Третий этап характеризуется выходом в устную и письменную речь. Здесь учащиеся сами создают тексты по аналогии. Задание к тексту. Обязательным в работе с текстом является составление заданий к нему. Мы рассмотрим три типа таких заданий. Первый тип – это предтекстовые задания. Они содержат списки слов, объясняют формы, которые встретятся в тексте. Так представляется возможным снять лексико-грамматические трудности. Второй тип – текстовые задания. Они производят анализ слов и форм внутри текста, дают вопросы к тексту с целью выяснить степень понимания. К третьему типу относятся послетекстовые задания. Ими являются вопросы, чтобы выяснить понимание прочитанного, услышанного, текста или задание пересказать материал, трансформируя его. Использование текстов на уроке. С чего начать? Как выбрать подходящий текст? Итак, определим теперь более подробно место текста в проведении урока. Начинать урок или серию уроков желательно с монолога, диалога или письменной речи. У обучающегося должен иметься эталон, то есть образец текста, к которому он должен стремиться. Как отобрать правильный вид текста для проведения занятия? Это напрямую зависит от того, чему посвящено обучение. При обучении устному общению целесообразно будет подобрать образцы диалогов, монологов устной речи. Если задача состоит в том, чтобы научить письму, необходимы примеры письменной речи. Идея состоит в том, чтобы знакомить студентов как с учебными, так и с дополнительными текстами. Первые обучают лексике и грамматике, помогают отработать речевые модели. С помощью учебных текстов обучающиеся видят функции этих моделей при живом общении. Вторые несут лексический и культурологический материал. Создают основу развития коммуникативных и речевых умений. Каждый уровень овладения русским языком характеризуется использованием разными по типу сложности текстами. Начальный уровень содержит адаптированные учебные тексты. Второй, средний уровень, привносит тексты с исключением трудностей. Они могут быть как учебными, так и дополнительными. Третий уровень отличен тем, что на нем тексты даются без снятия трудностей. Итак, как вы могли отметить, опираясь на вышеописанные принципы, можно грамотно выстроить урок с применением текстового материала. Роль текста в преподавании русского языка как иностранного. Преподавание русского языка как иностранного связано не только с обучением лексико-грамматическим свойствам языка, но и с познанием культуры страны. История, экономика, география, литература страны – все эти предметы изучаются в дисциплине страноведения. Художественный текст является одним из источников страноведческой информации. Мы уже отмечали его роль в текстовой деятельности, но сейчас нам хотелось бы углубиться в принцип его использования при обучении языку. Итак, художественное произведение –
полноценный информационный источник, который дает стимул к мыслительной деятельности, воздействует на эмоции и эстетический вкус. Использование художественной литературы возможно не ранее, чем на втором уровне обучения. Важно следить, насколько полно ученики способны усвоить такой текст. При непосильности его понимания чтение будет представлять собой лексико-грамматический анализ, потеряв при этом весь смысл материала. Важно проводить анализ предлагаемого ученикам художественного текста на наличие архаизмов, слов высокого стиля, просторечия или жаргонизмов. Их количество не должно создавать помех при восприятии. Также в работе над текстом не имеет смысла активное увлечение грамматической формой, акцентирование внимания на художественных достоинствах произведения. Этот процесс серьезен и требует наличия подготовленной речевой базы, которая необходима для того, чтобы восприять лексику и грамматические конструкции. Выводы. Делая выводы из всего сказанного сегодня на лекции, мы хотим повторить, что текст и текстовая деятельность обязательно должны находиться в центре внимания учеников. Черпая информацию из учебных и художественных текстов, студент проходит через творческое переосмысление. Это становится его основой для поиска решений в различных жизненных и профессиональных ситуациях. Ну что ж, дорогие слушатели, наша лекция подошла к концу. Сегодня мы узнали, что учебный текст – это источник информации, созданный с учебно-воспитательными целями и определяющий характер и содержание познавательной активности учеников. Мы определили два способа подачи текста – через его прочтение из учебника самостоятельно и через получение информации из уст учителя. Так мы сделали вывод, что взаимодействие с педагогом необходимо для жизненного осмысления текста. В лекции мы назвали базовые таксоны учебных текстов и определили роль каждого из них. А также, что немаловажно, мы объяснили, что для лучшего усвоения иностранного языка необходимо не только его лексико-грамматическое изучение, но и обращение к такой дисциплине, как страноведение. Надеемся, эта лекция была полезной и увлекательной. До новых встреч!